Не забывайте подписываться на наши YouTube и Telegram-каналы, чтобы всегда быть в курсе последних новостей шоу-бизнеса. Ссылки в описании. Приятного просмотра! 2 недели назад певица Наташа Королёва отпраздновала свадьбу своего единственного сына Архипа. Его избранницей стала Анна Волынкина, девушка из глубинки, которая ранее выступала под псевдонимом Мелисса Фокс в ночном клубе, где работала танцовщицей. Однако после знакомства с Архипом она решила изменить свою жизнь, отучившись на визажиста и занявшись развитием в этой новой сфере. Многие ожидали, что Наташа поможет своей невестке найти хорошую работу, возможно, устроит ее визажистом на телевидении или познакомит с влиятельными людьми. Тем не менее, певица считает, что ее сын с супругой должны добиться успеха самостоятельно, как это было в ее жизни. После довольно скромной, но красивой свадьбы Анна начала работать в торговом центре. На днях она связалась с новыми знакомыми, делясь своими карьерными успехами. Судя по ее настроению, Волынкина надеется на новую, насыщенную и красивую жизнь после замужества. Архип же занялся репетиторством и делает первые шаги в музыкальной сфере. Наташа, к слову, никогда не скрывала, что ее не очень радует выбор сына. Однако она видит в этом и положительные моменты, по ее мнению, Архип не выбрал себе светскую львицу. Она считает, что Анна, приехавшая из глубинки, обладает качествами, нужными для ведения домашнего хозяйства. Она не лицемерит, говорит то, что думает. В ней нет хитрости, а в глубинке всегда царит чистота, делится мнением Наташа Королёва.